Да все они успеют, я не сомневаюсь. Мария Кожевникова, Алексей Ягудин. Мюзикл «Бриолин». Повеселились. Дэнни и Сэнди. Кстати говоря, Алексей Ягудин сегодня, по-моему, лучше, чем Джон Траволта, который в этом мюзикле главную роль сыграл. Ребята, знаете, темп выдали. Я боюсь, что я сейчас буду похожа на Татьяну Анатольевну, но меня не перестает удивлять и поражать Ягудин. Насколько точно он взял пластику Траволты. Просто потрясающе, Леша. Браво. Леша Ягудин большой мастер, и у него получен характер, движник. Образ, да. Все. Я хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что теперь из нашего проекта «Лед и пламень» не выбывает ни одна пара. Их оценки просто суммируются. И не стесняйтесь, голосуйте за своих любимцев. Ваш голос может оказаться решающим.